Всем привет! Вы на канале Рапунцель, и мы сегодня будем делать вот такой пряничный домик. У нас есть такой пряничный домик, мы уже наконец-то собрались его сделать. Вот такой вот он, красивый домик. А на обратной стороне что, коробочки есть? На обратной стороне хочу вам сказать, что тут есть пряничная елочка, пряничный паровозик и пряничный домик, как у меня. Ну, покажи. Вот. Вот инструкция, как его делать, как его собирать. Уже детали готовые, которые есть внутри. А еще в наборе бывают вот такие елочка. Да. Паровозик и домик, как у нас можно делать. У нас хатынка, пряниковая хатынка. Да, пряниковая хатына. Да. Ну что, открывай, посмотрим, что там внутри есть. Я уже открыла, и тут уже у меня есть мука. Это не мука. Это сахарная пудра, из которой мы будем делать крем, и печенюшки, чтобы украсить наш домик. И печенье. Вот такое вот. И пусто. И пусто. Мы с Дариной решили делать пряничный домик на кухне. На кухне, так как нам нужно будет делать крем. Да. Поэтому это удобнее всего делать на кухне. Поэтому мы приготовились. Вот, уже все разложили, все ингредиенты. Дарина сейчас распакует наш домик. Да. Выложит с кулечком. И мы будем делать крем. А потом все покажем, как мы будем его собирать. Еще какие-то детали аккуратно, чтобы мы не поломали их. Это крыша. Это крыша. Это крыша нашего домика. Еще одна крыша с другой стороны. И что-то очень большое. Наверное, уже, может, не вынимай его. Пусть оно будет в кулечке. Ладно. Это что-то такое тоже, типа, может, не знаю, что это такое. Сейчас мы посмотрим. Разобрались с Дариной немножко, что поэтому это? Мы будем начинать. Дверька. Да, двери и окна. Мы будем начинать. Подставка к дому, фундамент наш готов. Теперь мы сейчас будем замешивать крем, крем. С которым мы будем украшать будем вот домик. Вот лепить. А потом будем лепить. Вот так. Да, приклеивать. И будет у нас такой домик. Хорошо, тогда мама займется кремом. Готов. Почти. Ну, почти громко сказано, но полдома стоит. Да, полдома. Две стены. Сейчас мы третью стенку сделаем. О, мы еще не намазали. Вот такой у нас уже домик с полкрышей. Вот. Стоит? Да. Теперь мы должны намазать крышу второй половинки. И приклеить. Второй половинки. И попробуем склеить крышу. Домик у нас получился. Чувствуем, что немножечко кривоватый. Мы его частично уже сделали. Еще крышу надо сделать чуть-чуть. Да, и украшать. И будем украшать нашими конфетками, эмдэнсиками.
Вот такие у нас конфетки есть для украшения. Еще мы делали пряничные человечки. И все это мы прикрепим к нашему домику, украсим. Угу. Мы сделали дымоход. И снежиночки. Ну давай, поехали дальше. Вот такой наш домик получается у моей мамы. Да, очень красивый. Мы уже немножко его украсили. Сейчас будет Полина дальше украшать. Ну да. Снежинка. Вот этими, которые лежат здесь. Украшать елочку снежинками. Какая красота. Сладкий домик, правда? Вот такая. Какая у нас красивая елочка. Давай будем дальше украшать. Как красиво. Снежинку. Боже, что у нас такое получилось? Похоже на какого-то чудика. Ух ты, пух ты. Давай, поливай снежок. Пряничный у нас возле домика гуляет. Да, гуляет пряничный человечек. Еще целует снегу. Вот такая у нас красота такая получилась. Последний рывок, и наш домик готов. Уже мы закончили, да? Да. Вот такой он красивый. Интересно, с какой начать стороны, с правой или с левой? Накрути куда-нибудь. Я пойду направо. Вот сзади есть снег. И у нас уже гуляет житель нашего домика, пряничный человечек, который живет в этом домике. И он, видно, вышел на прогулку поиграть в снежки. Да. Вот такая у нас крыша красивая. Ой, такой у нас домик получился. Кому нравится, ставьте лайк. Лайки.